Всем привет, с вами канал Все Китай, и сегодня у нас на обзоре товар, мимо которого просто нельзя было пройти. Этот товар с распродажи Спандау, это Powerbank, но name Powerbank на 12 тысяч миллиампер, который мне обошелся в 250 рублей. Серьезно, Powerbank за 250 рублей, ну это что-то нереальное, почему бы не взять и не заказать? Тем более то, что там уже в описании все красиво написано, все хорошо. Но на самом деле, если посмотреть даже фотки, которые указаны у продавца, и вчитаться в описание, там уже есть косяки. Ну а косяки такого рода, то что там указано, то что есть два гнезда. Одно для планшетов на 2 ампера, а второе для телефонов на 1 ампер. А по факту на фотках всего одно гнездо. Ну и указано, что есть фонарик. Но фонарик, я так думаю, это, наверное, излишки перевода. И фонарик имелось в виду то, что это индикация, которая там опять же на фотках видна. В общем, это вот такой Powerbank, немного в зачуханной такой коробке, но тем не менее, какая-то оригинальная коробка, какой-то бренд, наверное, Smart Mobile Power. В общем, Powerbank, который мне лично интересен. Бывает он в четырех цветах, и я купил, вот, соответственно, в стальном цвете. Сейчас, кстати, он немного подороже, не сильно, но подкупают отзывы. То есть я этот Powerbank вижу не первый раз на Пандау, я его видел рублей за 400, за 500. И в отзывах пишут то, что да, реально Powerbank классный, все работает, там на много раз мне хватает зарядить свой телефон. И я много на него смотрел, и реально я понимаю то, что в этом Powerbank не будет даже, наверное, половины той емкости, которая заявлена. Но, тем не менее, все пишут, и увидев его на распродаже за 250 рублей, почему бы его не заказать? Вот я его заказал и решил, соответственно, протестировать, написать нормальный отзыв и показать всем тем, кто хочет заказать себе этот Powerbank, то что он того не стоит. В комплекте есть Powerbank, соответственно, и USB кабель, USB, micro-USB. Сразу могу отметить его внешний вид, он очень маленький, очень компактный, я не знаю, как он выглядит в моих руках, но на деле, вот именно по факту, он очень тоненький, очень аккуратный, не знаю, с собой его носить реально будет удобно, и это, конечно же, хорошо. Снаружи это такой алюминий, что-то типа того, ну, в общем-то, это металл, который очень легкий, который выглядит, честно, очень дешево. Здесь указано то, что здесь 12 тысяч миллиампер, ну а также написано что-то 5 вольт 2 ампера, 5,1 вольт 2,1 ампера. Возможно, это входное-выходное напряжение, ну а ниже у нас указана заявленная емкость, а также то, что эта емкость заявлена у нас при 3,6 вольтах. Чуть-чуть дальше расскажу, что к чему. Здесь у нас по бокам ничего нету, написано Powerbank просто, ну а вот, ну, как раз таки гнездо USB для того, чтобы заряжать свои гаджеты, гнездо micro-USB для того, чтобы заряжать сам Powerbank и 4 отверстия со светодиодами, я так понимаю, для того, чтобы можно было понять, ну то есть индикация, чтобы было понятно, сколько зарядки осталось на этом Powerbank. Если тыкнуть на кнопочку, ничего не произошло, очень интересно. Ну, наверное, он севший полностью, либо нерабочий, ну, бывает. Подключил его к зарядке, и, о боги, здесь индикатор заморгал, в общем-то, идет зарядка, и этот Powerbank все-таки рабочий, осталось его зарядить и протестировать. В чем китайцы не соврали, так это в его размерах. Почти 68 мм у него ширина, 11 см длина и сантиметр толщина. В общем-то, по размерам все четко, и хоть что-то из этого описания меня радует. Вес, насколько я помню, там не был указан. Вес составляет 112 грамм, 12 тысяч миллиампер, 112 грамм, такие размеры, ну, все прям по-настоящему. Прежде чем я перейду к тестам вот этого чудо-аккумулятора, немного цифр. У любого аккумулятора есть заявленная емкость. Здесь она заявлена 12 тысяч миллиампер, это заявлено от производителя. Ну и эти 12 тысяч заявлены от 3,6 вольт. Соответственно, берем 12 тысяч, умножаем на 3,6 вольт. Ну а ваша техника, которую вы будете заряжать по USB, будет потреблять 5 вольт. И, соответственно, делим все это дело на 5. Получаем мы цифру 8640 миллиампер. Это то, сколько этот Powerbank должен будет отдать именно при 5 вольтах через USB-порт. И это уже не 12 тысяч. Я думаю, для многих это и так очевидно, и так это понятно. Но у каждого аккумулятора еще есть КПД, это коэффициент полезного действия, который в среднем равен 90%. Умножаем еще эту цифру на 0,9 и получаем 7700 мА, который реально этот аккумулятор должен отдавать на технику любую, которую вы подключите по USB для зарядки с помощью этого Powerbank. Но так как многие производители, в том числе и этот производитель, и этот Powerbank только распаковал и еще не тестировал,
Я точно могу сказать то, что либо КПД здесь будет гораздо ниже, что, наверное, вряд ли. Здесь изначально установлен меньший объем, чем заявлен. И меньше он, скорее всего, раза в два. Но так это или нет, покажет время. Сейчас я перехожу к его тестам. Я его для начала заряжу, потому что он до сих пор не включается, хоть он простоял где-то минут 10 на зарядке. Я его заряжу, ну и буду замерять его емкость, посмотрю, сколько он отдает, принимает и все такое, и подробнее вам про это расскажу через несколько секунд. Ну вот и прошло уже порядка где-то двух, может даже трех недель, в общем, прошло достаточно много времени, и дело не в том, что этот аккумулятор реально по емкости соответствует, и я его так долго тестировал, а дело немного в другом. Я там еще открывал споры, и сейчас хочу подробнее про это рассказать и вам показать скриншоты и вообще результат. Об этом немного дальше. Давайте начнем с тестов. Естественно, я этот пауэрбанк посадил. Посадить его было не проблема, потому что, повторюсь, 12 тысяч махов здесь понятно было, то что здесь не будет. И после этого поставил на зарядку телефон Meizu M6T с выключенном состоянии, который полностью севший. И в выключенном состоянии полностью севший телефон зарядился на 58%, после этого зарядка просто отключилась. То есть пауэрбанк к этому моменту разрядился, и тестер показал то, что пауэрбанк смог отдать при 5 вольтах 1900 мА. Ну, короче, там в районе 2000 вы сейчас фотку видите на экране. И это максимум, на что способен этот пауэрбанк. После этого я его поставил заряжаться, взял он в себя почти 3000 махов. И это потолок, то есть здесь должно быть написано не 12 тысяч миллиампер, а всего лишь 3 тысячи миллиампер. Это реальная его емкость при 3,77 вольтах и ни капли больше. Заряжал он телефон на 58%, вот эти 1900 махов, почти 2 часа. Это очень долго, это, блин, это нереально долго. Ну а сам пауэрбанк, когда я его разрядил, заряжался 5 часов. Брал он в себя где-то по 600 мА в среднем. То есть, опять же, зарядка самого пауэрбанка 5 часов, 3000 мА. Это просто охренеть как долго. Ну и отдает он всего лишь 1 ампер, не более того. Простой пример. Вот он тестер. Здесь у меня стоит нагрузка. Подключаю все это дело вот сюда. Включаю пауэрбанк. Сейчас у меня здесь все выключено. По нолям показывает 5 вольт. Если я включаю 1 ампер, вот я включил 1 ампер, и у нас до 1 ампера поднимается, все хорошо, нагрузка работает, все, в общем-то, отлично. Что-то у меня свет немного начал моргать, надеюсь, на видео этого не видно. Но если я выключу 1 ампер, а включу, допустим, 2 ампера, то у нас просто все вырубается. То есть срабатывает какая-то защита на пауэрбанке, и он просто отрубается. Если я его включаю, то, как видно, лампочка тут моргает, но ничего не происходит, он даже не может включиться. То есть больше 1 ампера вы отсюда никак не вытянете, ни нагрузкой, ни каким-то другим устройством, ничем. Максимум 1 ампер. Если, повторюсь, 2 ампера, просто бац и вырубается. Но, опять же, ваши телефоны и прочее, они будут заряжаться просто 1 ампером, и все. Никаких проблем, но не 12 тысяч, а в 4 раза меньше, а 3000 мА здесь есть. Очень много вопросов у меня к людям, которые пишут на Пандау в комментариях то, что да, это крутой аккумулятор, да, там за 200 рублей, ну или за 250, да, классно, круто, хорошо и все такое. Да блин, да, далеко не круто. Если у вас, конечно, кнопочный телефон, где там у вас 1000 мА аккумулятор, да, вы там 2-3 раза сможете зарядить, не 3, а 2 раза вы сможете зарядить свой телефон. Но любой сенсорный телефон, даже средний, где там 3000 мА зарядка, точнее батарейка, вы даже один раз не сможете полностью зарядить телефон. Смысл от такого пауэрбанка, ну никакого смысла абсолютно, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Единственное, есть смысл покупать тем, кто хочет рефнуть, то есть сейчас за него заплатить, получить и потом доказать свою правоту, это вот единственный вариант. Но на Пандау не все так просто. Кстати, я такой же аккумулятор нашел на Алиэкспресс, по-моему, за 330 рублей, что ли. В общем-то, ссылку оставлю, кому интересно. И, в общем-то, вот ради того, чтобы рефнуть, доказать продавцу, можно попробовать. Но покупать именно для того, чтобы им пользоваться за эти деньги, ну, мне кажется, смысла никакого. Что касаемо спора на Пандау, я никогда не вел спор на Пандау, никогда ни за что не спорил, и тут я с этим столкнулся, и сейчас хочу про это немного подробнее рассказать, просто на будущее тем, кто там заказывает. Потому что я там заказываю достаточно часто, и это, грубо говоря, первая проблема. 9 июля я открыл спор, 10 июля мне ответили на почту, там при открытии спора указываешь свою почту, мне ответили на почту, и я это сообщение просто не видел, то есть там весь спор идет по почте, а не внутри самого приложения Пандао, либо через ПК на Пандао, там нужно именно контролировать почту. Я это сообщение не заметил, через неделю, 17 июля получается, пришло сообщение то, что
просто-просто спор закрыт в сторону продавца, потому что я не ответил. Я увидел это сообщение, думаю, как так? В итоге написал в поддержку Pandao через приложение, пообщался с ними, они сказали то, что да, нужно ответить на почту. Нашел это письмо, которое было 10 июля, там было написано то, что нужно фотоэтикетки на почтовом конверте, этикетки самой упаковки. Ну, в общем-то, вы видите сейчас скрин. У меня, естественно, упаковки уже давно не было, потому что я сразу после того, как распаковал ее, просто выкинул. Но, в общем-то, благо у меня было видео, я там поскринил, отправил, написал то, что я снимаю для Ютуба. Из-за этого у меня все замазано, и, возможно, это повлияло как-то на решение спора. Ну, в общем-то, в течение пары дней после того, как я ответил им, все-таки вынесли решение то, что в мою пользу, и деньги мне вернули. То есть этот аккумулятор для меня получился абсолютно бесплатным. Но честно скажу то, что и как бесплатный аккумулятор, мне он как-то не особо нужен, не особо вижу вообще смысла в нем и какой-либо нужды. То есть, как бы то, что на халяву круто, ну а то, что вот это вот сам аккумулятор, его тесты, это абсолютно не круто, и вы сами, я думаю, это понимаете. Так что я однозначно вам могу сказать, не верьте тем людям в комментариях, кто пишет то, что да, круто, крутой аккумулятор за 200 рублей или там за 300, реально крутой, там реальная емкость, все такое. Нифига он не крутой, нифига не стоит его покупать, и нифига он того не стоит. И, кстати, еще тому, кто писал мне в ВК, то, что, чтобы я проверил аккумулятор на 30 тысяч махов с Алиэкспресса, там рублей за 600 с копейками, я его тоже заказал, 30 тысяч махов, 630, по-моему, рублей, и когда он придет, я тоже его протестирую и расскажу вам, стоит его покупать или нет. Но по вот этому точно уже нет, по тому, который на 30 тысяч махов, будет в отдельном видео, когда я его протестирую. Там уже расскажу. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм. С вами был Игорь, канал Все Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока!